Итак, всем привет! Добро пожаловать на канал ZZP Games, на третью серию. Продолжаем рубать в сталкер. Я, кстати, понятия не имею, почему она загрузила именно здесь. Хотя мы вроде как сохранялись последний раз у техника, но все равно. Квест мы вроде как уже взяли, да? Здесь, кстати, это пока такой лежит. Это пока батя. Ну, батя, судя по всему, не против. А ну-ка, давай, кстати, глянем его, что там за КПК у него. Что там написано? КПК-бати, да? Наверное, через КПК надо свой открывать. Давай, журнал. Невидимые сети. Косово оказывается... Так, подожди, невидимые сети. Косово оказывается можно запеленковать, по крайней мере, его КПК, по словам пати, вышка за лесе, техник лица помог мне это провернуть. Так, это вроде как мы считали, место утверждает, что в зоне самые полезные люди, техника торговец. Ага, так, заметки. Входящее сообщение, хомяк, это еще мразота, согласен, однако если распрощаться, то мы на месяц точно останемся и без деталей, и, может быть, без еды. Ага, ну, понятно. Журнал отслеживается, так, короче, невидимые сети. Давай, отслеживать, короче. Ну что, пошли, пацаны, получается. Угу. День пришел, купон в кишени. Давай, короче, может от лишних стволов, я не знаю, как-то избавимся. В прошлый раз, короче, мы здесь закончили, разговаривая с этим техником. И давай, короче, выключим радио. Не-н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 е. Выключи, пожалуйста. Угу. Так, у тебя же какие-то новые диалоги появились, типа того. Ага. Проходь, будь-як удома, але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапші на вуха повісити, це до Миколаїча або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак, тільки вуха підставляй. Окей, окей. Гаразд, давай не тягни, що там у тебе? Та так, это... Викладай, покумекаємо. В принципе, улучшать ничего не могу. Ну как, улучшать могу, но это будет стоить очень дорого. И... То есть, смотрите. 2000 за МПшку, которая там стоит, ну, половину давай, дешевле. Побачимось. Возьму сразу ту записку, я не знаю, у него тут. Для дяди Лёни поднять. Ага. И где-то там в прошлой серии я находил... Короче, место, где можно все это поскладывать. Так, и давай еще, короче, в аномалию как-то не вляпаемся, постараемся. Где-то тут, по-моему, ящик был. В баре, по-моему, да? Не, не в баре. Ну, просто мне этот лишний перевес, он, скажем так, не нужен. И стволы, короче, в плохом состоянии мы больше не берем. Слушай, а я ж могу их продавать? Просто обычным работягам. Так уже поговорил. Так, вот эти пацаны вроде. Не против поторговаться, да? Торговать хочу. Стволы поломанные купишь? А подарить можно вообще? Не, нельзя. Побачимось. Слушай. А давайте так, короче. Раз. Подарок. Два подарок. Три подарок. Четыре подарок. Разрядите только еще. Ага. Пацаны, налетайте. Так, а что у нас тут, кстати, по карте? Что это у нас тут обозначается? Должник колдуна. Найти валенка в водонапорной башне. Ну, давай сходим к валенку. Сохранюсь только заранее. Это типа нет, это какая-то вышка просто. Угу. Окей. Ну и где ты тут? Но он вроде как говорил подниматься наверх.
Ну давай погнали наверх. Аэростату. Нам треба налаштуватися на три точки та з їхньою допомогою знайти КПК косого. Дві я вже налаштував. Це не важко. Тобі залишилась третя. Дивись, не впади там тільки. Миколаїч попереднього скелелаза місяць штопав. Включіть. Ну давай включимо. Ну, раз тихо, дай подумати. Так. Ну, це техніку вже. Антена є. Древня, як гівно мамонта. Угу. А коли востаннє просив перевіряти, наче працювала. А цю тепер тиждень лагодити, не менше. Тупай туди, координати скинув. Та що там, чест, що ли, видно? Окей. Так, активируй стару антенну. Окей. Здесь мы типа закончили, да? Так, ну, кстати, до должника мы так и не дошли. Это он типа хочет, чтобы сюда я шел, да? Ну, давайте сначала тогда сюда сходим. Просто потому, что это ближе. Короче, у нас пока миссии такое в стиле, не знаю, там, ФХФ, Юбисофтов, вышки, активировать вышки. Ну давай поползли. Так. Мимо проходил, попросили там вышку включить. Вообще, как бы, ребята, не идти тут пора, чтобы вы понимали. Так, оружие я достать могу, ага. Так, я его перезаряжу. Мне, конечно, эти подгрузки, знаете, вот это вот, смотришь на это оружие. Ну что это такое? Пошли к должнику, сходим. Это кто это, братки? Чё-то мне кажется, что это братки. Там в домі засів сраний любитель халяви на ім'я Гріша Валян. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Побазарь з ним по душах, може попуститься, шепне на вушко, де схрон, шариш? А то бляха я вже на пределі! Валянок кому-то, кому должен, а если не хочу, ну, валянок... Я сам вирішу, що мені робити. Угу. А, давай, не вопрос. Взагалі жодних, мля, проблем. Всього, сука, найкращого. А это ты зря. Это ты зря открыл по мне огонь. Окей. Так. О, господи. Что с зоной превратилось-то, а? Я всего лишь загрузился. Ребята. Ребята.
Что происходит? Это какая-то аномалия? Уф. Давайте, короче, вернемся, когда все это отпустит. Так это что, это выброс, что ли? Нет. Давай, сейф. Алло, Вильный. Давай, зробимо. Алло, алло. Да поможи добрым людям. Там в доме засів сраный любитель халявы на имя Гриша Валя. Висить мені попад. Так, короче, давай-ка ты, дядя, идешь. Я сам вирішу, що мені робити. А, давай, не вопрос. Ну что, вопросы еще остались у кого-то? Так, еще фильмемся. Еще раз сохранимся. Забор что, не простреливается? И гранату свою давай себе оставь. Все, закончились. Свой батон давай сюда. Слушай, мне как раз тут от выброса надо было прятаться, так что... О, сука. Нормально. Ну ты это подожди, я тут подлутаю немного. Это точно. Ты всей зоне должен. Ты спочатку с Мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А, ну, взагалі-то я збирався віддати. Да что ты кого-то гонишь, а? Що, прямо зараз? Так, твоя правда. Краще буде. Зроблено. Купони перекину. І тобі, і Мальфару. Ну, это другое дело. Вот так бы сразу. Кто тянул, там одним должен, другим должен. Передай засранцю привіт. Може, я навіть жарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься, я грім. Гаразд, сталкер. Дякую. Епі. Так, купона. Ну. А, кстати, здесь у нас нету никаких... артефактов, я не знаю. Ну слушай, я бы такой бы что сходил бы сюда. Опа, есть клон у нас. Ну неплохо. Ну окей, ладно. Должника долг вытянули. О. А ты еще изучаешь. Так, ну-ка. Не знаю, тут некоторые места выглядят так, как будто бы здесь аномалия. Аномалии нету. Хм. Вода поднять. Колбаса. Что-то на полу валяется. Не знаю, почему-то погода выглядит так, как будто сейчас и выброс будет, но... Никаких выбросов почему-то нету. Просто не погода. Ладно, пошли сюда тогда.
Давай лишнее оружие, короче, мы разберем, разрядим. Калашников поломанный. Выбросить. Так. Разрядить, выбросить. Вместо этого тост возьмем. Разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Ну, как-то так, да? А вот и Тазинский. Ну, пошли, сходим. Не, лучше сюда, наверное, не подходить. Не знаю, такую погоду, конечно же, лучше бы отсидеться бы. Ну, я смотрю, ребята так-то не парятся. Стоят здесь все просто спокойно. Ну, собственно говоря, и мы пойдем дальше. Какое-то здание сгоревшее. Сейчас бы не вляпаться в какую-нибудь историю. Или мутанта. Походу это считается обычная нормальная погода в зоне. Что у нас там? Ну, туда мы потом еще сходим. Так, нам куда-то сюда. Судя по всему. А здесь простите, у нас кто? Но артефактов тут явно нету, да? Ну, окей. Че, быстрее на меня полезут? Судя по всему, не спешат, да? Я что, аномалии испугались? Еще? Давай-ка пистолет перезарядим. Где он там? Как минимум двоих я еще видел.
собаки не надо. Каким-то чудом он оказался сзади. Так, ну ты ж последний, да? О, он бегает. Так, мне просто пройти по дороге. Ладно, давай просто на дурачка пробегу. Ну, вроде больше никто не увязался, да, за мной? Ну и славненько. Кто здесь? Что, братки, что ли? Ну да, это братки. Ну-ка, ну-ка, давай-ка сюда, подходите. Так, вот это не очень хорошо. Так, у меня есть чем хиляться? Бинтик там. Да, бинтик это вот на F1. Ну чё, где вы там? Я вообще достреливаю до вас. Вот и распогодилась. Гоп-компания. Никуда не зашпелился. Вы ближе подходите, тогда будет проще с вами справиться. Давай на всякий случай дроп перезаряжу. Слушай, ну патронов то, что... Не то, чтобы прям очень много. Я вообще по-хорошему, чтобы они поближе сюда подошли бы. Ну, одного уложили. Постараюсь очередями бить, чтобы поточнее. Сколько у вас там? Минус еще один. Все, закончились. Вроде закончились. Так, какой-то другой этих боеприпасов, походу, взял. Не, не закончились. Еще кто-то есть. Гранату еще кинул. Ну как ты, братан, не метко ее киданул, я тебе скажу. По-честному. Ну, показывайте, чем богаты. Ну, такое себе. Я там что, два обреза, что ли, было? Этого тоже не особо богато. Тут еще кореша у тебя тут были. Бегали тут хугами. Подойти стеснялись. Ну, что ты? Вот и все. Обыскать. Ну, братан, ну это не серьезно. Держит, разглядеть. Хотя, давай подниму пост, посмотрю еще по состоянию. Так, ну вроде это все. У вас, наверное, самое ценное, это вот гранаты. Вроде все. Ну давайте, показывайте, чем богаты. Выбросить. Разрядить.
Выбросить. Зарядить. Выбросить. Короче, с бандитов тут не особо полутаешься, тебе скажу так. Пошли дальше. ИПСФ. Военная база какая-то. Так, подожди-ка. Не отклонились ли мы от курса? Что самое интересное. Отклонились немного. Зашли чуть дальше. И сходим потом еще туда за тайником. 23 метра. О. Так я изначально правильно пришел, да? Так, и что мне здесь надо? Так, и как бы тут до тебя допрыгнуть? Давай вот так. Спасибо. 700 рубасиков. Смогу на них купить. Даже не знаю. Так, ну что там дальше по квестам у нас? Основная задача. Найти косого. То есть он где-то там прячется, да, косой? Ну, давай, пошли, сходим. Схожу только сначала за тайничком. Не обессудьте. Надеюсь, там его никто не охраняет. Аномальные поля. Закрытая зона, оставать подальше, да? И походу мне надо на нее проникнуть, да? На эту закрытую зону. Ну что, проникнем просто ради спортивного интереса посмотреть. Кто там? Можем ли мы вообще проникнуть? И что-то мне подсказывает, что не особо. И где-то надо искать лаз в стене. Ладно, короче, потом как-нибудь залутаем этот тайник. Я просто не знаю, как туда проникнуть вовнутрь. Так что как-нибудь в следующий раз. Если тоже как-нибудь так обошел бы. Угу. Тем более здесь фонит у нас. Ох ты ж.
Слушай, я бы посмотрел бы на самом деле, может здесь какой-то артефакт есть. Это такая аномалия, как она называется. Ну, давай посмотрим. Так. Возьми, пожалуйста, детектор. Давай сейф, пожалуйста. О, не-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 не. Я понял. Бегом со всех ног, пожалуйста. Ну, я понял, что сюда, короче, надо как-то очень аккуратно подбираться. Прятаться за всеми этими камнями, я не знаю, укрытиями. Может быть, что-то потом там... Так, водички, освежимся. Аптечку вколем. Ну и пойдем. Пекли надо перезарядить. Дробаш взять. А там наши любимые плоти, которые нифига не хотят в лобешник с упора умирать. Нам как раз туда и надо, да? Промазал! Блин! Ну слушай, свинота немного неповоротливая. Так, убежать я пока могу. Может сделать, чтобы всю эту свиноту засосало бы просто в аномалию? Так, свинота. Давай сюда. Кто-то там сорвался. Где-то свинота. Так, это свои. Со своими надежней. Отлично, минус тогда свиноту. Пацаны, поможете? Там еще один кабанчик есть. Короче, к этой аномалии лучше не бежать. Аномалий здесь тоже полно всяких. Так, где мистер свинота? Номер два. Мистер свинота почему-то очень сильно живучий. Это чертова мельница, типа. Ну, спасибо, блин. Так, ну я успел отбежать так-то. Это растяжка была.
Так, смотрим под ноги. Сейчас там больше сюрпризов нету для меня. Ну чё, побазарим? Стволом не маши, спокойно свои. Напасть лучше тебя грохну. Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочешь кто швидше? Гаразд, гаразд, хололи. Ты ж не з вартівських? Та ні, точно ні. Варті свій, які б на сталкерське драння, міняти було б западло. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Як сталкер сталкеру. Как сталкеры сваливают, в чем проблема свалить самому, зато вы ночью у старого моста напали. Это вы ночью у старого моста напали, напасть убийцам и мародеру не помогаю. Есть идеи, как с малой звалити? Есть одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Что за пещера? А что там? Да, звичайна печера. Ничего особливого. Что ты, дядя, гонишь? Але йду туди я, не ти. Ну добре, за аномальним полем. Все. Що за артефакт? Що за артефакт? Як він допоможе? Все тобі розкажи. Звичайний артефакт. Просто знаю, як з ним треба. Ну окей. Більше питань нема. Так що, допоможеш? Справа життя та смерті. Ну, считай за то, что указал, где артефакты, не знаю. Я добуду артефакт. Ну, давай. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш? Звичайно, є. Ну, хто зна? Я всяке в житті бачу. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою. Хм. Що там у тебя за тайничок такой? Что-то за сумка тут такая лежит интересная. О! Давай-ка приберем все это. Винота лежит. Окей. Давай глянем КПК. Рабочее задание. Найти вход в пещеру. Заметки. Угу. Лиза, за хомяк, та еще мразота. Ты понимаешь, как это глупо писать друг другу письма, живя в соседних домах. Хроматическое, сука, послание. Слушай, я знаю, что ты винишь себя в моем состоянии, даже гости не заходишь. Но я сам в эту лаву полез, сам понимаешь, ты просто свою работу выполнял, как любой хороший проводник. И ты не винить себя должен, а гордиться, ты же меня оттуда вытащил, старый ты осел. Короче, заходи, поболтаем, как раньше, скучно тут одному торчать, хоть расскажешь, он творится за забором. Окей. Асом от меня нужен определенный артефакт. Я как бы поможет ему найти из малой зоны, несмотря на вартовский карантин. Я добуду его, а там посмотрим. Ну окей, да, посмотрим. Погнали. Посмотрим там. Цепанул все-таки. Еще свинота! И еще свинота. Ну что, свинота, не достанете меня? Теперь. И что с вами делать? Мне вообще сваливать отсюда так-то надо. Бежали. Потому что те граждане, блин, от нас не отстанут просто так. Ты
Дорого мне обходится твоя помощь, я тебе скажу так. метров. Тут пещера должна быть какая-то. Так, мистер Свинот отстал. Мистер Свинот, походу, отстал. А как попасть в эту пещеру-то? Через здание. Походу. А все, мистер Свинота, не достанешь. Ладно. В пещеру мы полезем уже в следующей серии. Я сохраняюсь. С вами был Зазепа. Всего хорошего. До следующей встречи. Всем пока.